Но здесь есть еще один такой момент. Хочу упомянуть его. Это касается... это все хорошо, мы режем. Все-все. Вот, разметили, режем. Нужно... если всю заготовку разметить четко, она по ходу дела размажется. Значит, что делать? Нам нужно определиться, что нас устраивает этот фрагмент методом разбивки по сегментам. И потом сегментично размечать и резать. Вот, вот мы разметили, вот видишь, я вот себе сегментно раскинул и здесь разметил. И я бы это сначала вырезал, ну и тебе рекомендую. Вот, вырезал это, потом разметил следующий какой-то сегмент, ну, участок сегментов. И снова резал. Таким образом не запачкивается заготовка, а то получается так, что если все разметить, это такой... Если все разметить, оно со временем сотрется и снова нужно размечать. А время – это дороже денег, скажем так. Вот что я хотел сказать по этому поводу. И потом еще, когда уже режется, вот эти упоры, они служат, сначала они помогают в работе, потом они наносят вред. Вред наносят, наносят они следующим образом, они вот этими гранями сбивают и наносят ущерб самой резьбе. Нужно что-нибудь подкладывать. Ну, можно подкладывать вот такую штучку. Вот. Ну, что-нибудь, может, тряпочку какую-то, что такое, чтобы оно помягчивало само сам контакт с стола с заготовкой. Вот где-то так. Ну, а мы продолжаем. Да, вот тут у нас идет, тут мы как будто уже сделали, и у нас идет такая каемочка. Вот здесь она как будто рассекает эту толщину, или как это по-русски будет, напиши в комментариях. Ну, ты понял. Вот, беру такую контурку. Попробую. Надо подколоть. Здесь то же самое. Ну, тут будет типа подвеска еще подсаживаться вот здесь. Так же, как и здесь.
Где-то так. Контурка где-то 3 миллиметра. Да, здесь нужно подсадить. Вот. Садить. Таким макаром. Да, еще здесь. Плавно так подхожу. Ну а здесь такая идет выемка немножко. Ну это, наверное, для того, чтобы создать немножко объем. Так часто такой прием. Применяю трещики. Вот. Еще. Ну, в принципе, это уже все. Да. Я еще подрежу вот здесь. Я думаю, что принцип ясен. Ясен-трясен. Вот таким макаром оно делается. Вот. Да, еще нужно здесь. Так. Ну, теперь можно взять немножко наждачки. Это у меня такая наждачка. Это у меня 180-я Мирка на поролоне. Ну, легенько снять. Это мы как будто уже вырезали. И легенько проявляем нашу резьбу. И смотрим, где еще нужно подправить. Щеточкой стираем. Вот. Вот так. И видим, что у нас залезался вот этот зубчик. Вот, и немножко его подчищаем. Делаем более аккуратнее. Подходящую стамесочку берем и вот туда
Вот так. 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 Да, щеточкой почищаем. Да, еще нужно, где нужно, еще закалываем, для того, чтобы еще глубже, еще немного глубже углубиться, каламбур, глубже углубиться. Вот, Миша, где-то так оно делается. Ну, не просто где-то так, оно так и делается. Вот. Так и хочется дмухнуть. Чтобы улетела тырса, но я не могу. У меня перед носом камера. Вот. Ну вот, идет такая зачистка. Первый раз режу этот орнамент. Первый раз сталкиваюсь с ним. Вот, ну а в принципе ничего сложного. Это такой поганаж. Который можно приловчиться и шлепать, и шлепать, и шлепать. Ну а здесь, ну а здесь это все то же самое. Сюда закалываем, сюда закалываем. Вот сюда, аккуратно сюда, здесь. Здесь.
Ну и потом зубчик сюда пошел. Зубчик сюда пошел. Сюда. Здесь уже идет такая подрезка, то есть заколка. Немножко сюда и сюда. Так, подрезаю, это у нас девятка R8. Ну и сразу этот зубчик подрезаем туда его. Здесь тоже такая подрезка. Таким макаром еще раз закалываю. И то же самое оно идет сюда, под эту штучку, вот так немножко сюда плавненько. Вот. Вот и сюда. Так как мы срезали наш рисунок, мы поправляем немножко. Вот. То же самое повторяется. Эти же все манипуляции повторяются.
В уголках зачищаем вот таким макаром. Здесь снова идет здесь подрезка, заколка, вот так. И вот так. Снова здесь такую бумбульку. Вот. Ну и такая идет рассечка этой контуркой. Ну вот, вот так. Миша, буду заканчивать эту серию уроков, так как я думаю, что здесь уже все понятно. Вот. Орнамент очень-очень мне нравится. Если будет у меня возможность и будет желание, то может всю эту штучку сделаю в таком орнаменте. Ну, то есть доделаю. Вот. Я думаю, принцип понятен. Я максимально эффективно хотел донести урок. Если что не так, пиши, звони. Если какие-то вопросы, будем по ходу устранять и отвечать на задаваемые вопросы. Вот оно где-то так. Ну, мне в принципе нравится. Нравится этот орнамент. Вот. Здесь нужно еще доделать. Закалываем. Здесь тоже. Ну, я говорю, это уже все повторяется. Ну, принцип понятен. Пришлифовывать очень там не нужно. Там нужно сделать максимально чисто, так как шлифовка собьет все грани, и это будет не то пальто. Ну, все, на этом я прощаюсь. Говорю, до свидания. Ну, вот такой видеоурок, такая работа. Ну, все, встретимся. Жду на жду отзыв, жду результат работы твоей. Ну все, пока.